шуварила, детка кормила, на порог скакала, гостей созывала, гости услыхали, были обещала. А я один съел суп. А я пустой его съел тоже. А я кружку. Деревянные не только безопасные, но и полезные. Поэтому на Руси все ели из деревянной посуды и были здоровыми до самой старости. А особенно люди любили ложки, которые носили подарочный характер. Они были украшены сказочными цветами и травами. Это были праздничные ложки. А про царствие дня ложки были не крашены, просто из дерева. Деревянные ложки можно использовать как музыкальный инструмент. Дело в том, что если ложку ударить об ложку, получается очень красивый звук. Вы знаете, что на ложках можно играть? Можно. Нельзя.